Рейтинг лучших выступлений звезд. Супервайб с Элли Мова. Всем привет, с вами Элли Мова, и вы смотрите Супервайб на телеканале «Жара». Только со мной вы узнаете о лучших выступлениях наших звезд, а также интересные подробности. Концерты, живые эмоции и много-много музыки. Ну что, мне уже не терпится начать. Поехали! Сегодня мы поговорим о популярном рэпере, который сводит с ума миллионы поклонниц. Девушки знают все его песни наизусть, ведь они как раз предназначены для прекрасной половины человечества. Артист состоит в списке Forbes, а также известен как самый главный холостяк в стране. Короткие романы со звездными девушками вдохновляют рэпера на создание песен о любви. Его любимый цвет черный, и начинал свой путь он когда-то в Black Star. Наверняка вы уже догадались, кто же стал сегодняшним героем в рейтинге лучших выступлений. Конечно, Егор Крид. И я обещаю вам, что впереди будет очень много интересного. Егор Крид. Настоящее имя Егор Булаткин. Парень родился в творческой семье и с детства увлекался музыкой. В школьные годы Егор слушал 50 Cent и мечтал стать таким же известным. В 2008 году, когда Егору было 14 лет, он выдумал себе псевдоним Крид. Первую славу получил в 2011 году благодаря соцсетям. Примерно в это же время рэпер принял участие в интернет-конкурсе, где стал победителем в номинации «Лучший хип-хоп-проект». После громкой победы подписал контракт с Black Star и перебрался из Пензы в Москву. В продюсерском центре Егор создал много хитов, однако в 2019 году ушел из лейбла. Сейчас Крид возглавляет главные музыкальные чарты. Кстати, друзья Егора именуют его российским Тимберлейком. А что, внешнее сходство действительно есть. Оказывается, бывали случаи, когда за рубежом артиста тоже принимали за американского исполнителя. А вот своих поклонников артист называет кридоманами. И специально для любителей творчества Егора Крида, а таких я знаю очень много, я объявляю 7-е место. Открывает рейтинг выступления в Баку с песней «Мало так мало». Мало так мало осталось нормальных девчат. Как так? Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, 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 где же ты, где? Это Егор Крид! Она не такая, как все, что? Весь город так плотно подсел, особенная. Ой, мама, это любовь, мама. Не по себе стала от этих мыслей в голове. Все! Так мало, я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Все ваши руки в восторг! Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Все пацаны от нее без ума. У этой белочки четкий орех. Не нужны ни деньги, ни слабо. Ты просто так не подкатишь, она не стреляет глазами круче, чем стечки. Утонул их, уверен, от всех вопросов уйдет по-английски. Но никого не обидит. В 2018 году Егор Крид вместе с певицей Валерией представили кавер-версию шлягера «Часики». Легендарная песня, которую впервые исполнила певица в начале нулевых, внезапно обрела новый стиль звучания и получила новых, более молодых слушателей по всей стране. Кстати, премьера ремейка песни «Часики» в исполнении Крида состоялась в фестивале «Жара» в Баку в 2018 году. И такое выступление просто невозможно пропустить. Да мне есть о чем рассказать, ведь они часто так пишут, что жизнь моя шоу. Из каждой мухи раздует скандал, да только им дай черт в пол. Я дал стране настоящий расклад, но правду сейчас принимают за ложь. Я душу вложил в проект «Холостяк», так что душу мою не трожь. Красные розы, да, эти чертовы красные розы.
Это мои ошибки, мои решения, мои поступки и ее слезы. Я вроде веган, но я снова мясо. Еду на красный, вылетел с трассы. Мой внутренний голос так часто мне шепчет, что снова я сбился с пути. Так много людей считает, что мне лучше бросить все взять и уйти. Твоя любовь меня греет, когда по прогнозу внутри меньше минус шести. Но часы мои также смеются над нами, ведь время так быстро летит. Девочки своей любви мне рядом зари, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и люби просто так. Девочки своей любви мне рядом зари, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей. Несмотря на то, что Егор Крид рэп-исполнитель, одним из его самых больших кумиров является Майкл Джексон. Да, артист настолько восхищен творчеством поп-короля, что даже набил его портрет себе на левом плече. Вообще у Егора много татуировок с важными фразами и символическими знаками. Тату на правой руке артиста посвящены размышлениям и вере, а изображение на левой руке – творчеству, музыке и кумирам. На запястьях рэпера написано «One life, one love». Да, такие татуировки делают люди, которые верят, что смогут найти настоящую любовь. Именно про это и будет следующее выступление Егора. С тобой не могу найти контроль. Теперь домой я отправлю свою любовь. Трезветь не стоит, это слухи, я не такой. Не верь, но порой ломится в дверь. Ну как ты могла раздеть все наши чувства догола, говорить другому все те же слова. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. С тобой нам быть нельзя, и будет эта песня. Если ты меня не любишь, то я... Нет, если ты меня забудешь, то я... Ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я... Долго-долго, дальше можно все забыть. Колол меня иголкой, не оставляю правой. Не теперь как небо, 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 небо. Смотрю в глаза их, не я любила ночью, а кто-то за меня. Егор Крид умеет подогревать к себе интерес. И если вы думаете, что я говорю про его бурные романы с известными девушками, то спешу вас остановить, ведь речь пойдет совсем о другом. Рэпер давно известен своими фитами, потому что когда одна звезда записывает коллаборацию с другой, то получается абсолютный хит на все времена. Именно такой прагматичный ход Егор Крид сделал, когда записал трек «Цвет настроения черный» с королем шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым. Кстати, говорят, что у Егора в гардеробе действительно не так много цветов, и в основном он отдает предпочтение именно черному цвету. А что? Удобный и красивый цвет, а главное, всегда выглядит дорого. Как и следующий номер «На жаре в Сочи». Цвет настроения черный, на губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Я, выходя из дома, выбрал черный цвет. Все мои любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Вся моя банда любит черный цвет. Я выбираю брюнеты, кот, и не против блондинок, но и всегда напоследок, yeah. Рокерские джинсы, черная кожа, это принц. Светит камень на мизинце, мы на черных конях, принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, yeah, золото. Окей, окей, окей. Хотя ты стильный, но стильный не значит, что дорого. Хоть тепло и дорого, что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня, мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный.
Мой цвет настроения черный. Черный. Цвет настроения черный. Все вместе. Цвет настроения черный. На губах мама на цвете черный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Девушки, запомните, ваша неидеальность заключается в вашей индивидуальности. Именно так сказал Егор Крид, когда решил выпустить очередной хитовый трек «Неидеально». Артист посвятил песню изменам, которой герой песни предлагает простить друг другу и помнить только лучшее из отношений. Что ж, не знаю, живет ли кто-то по принципам этой песни, но вот в другом артиста поддержали точно. Для пиара релиза певец объявил в соцсетях о флешмобе, в рамках которого девушки должны были сняться без косметики и прислать ему свои фотографии. Миллионы красивых девушек стали выкладывать свои селфи под песню рэпера, а песня разлетелась по всему интернету мгновенно. Хороший ход, Егор. Так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Это так странно, в тебя влюбиться до знакомства, это странно. Ревновать тебя по фото, это странно. Друг другу шли два долгих года, а теперь минуты без тебя длится слишком долго, это странно. Нас не поймут все они, ночью идем в кинотеатр, но нам на фильм. Тебя потеряла мама, меня ищут кенты, но со мной именно так, и это именно ты. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть, если ты мои сны. Но ты так не идеально, идеально, baby. Подъезды я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Так плевать, братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты соберешь все мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся, но завтра. Когда певица Максим и Егор Крид только встретились, то первые 15 минут они так сильно ругались, что окружающие помощники прилипли к стенам и молчали. Так вспоминает певица начало сотрудничества с рэпером. Но она также добавила, что ссора кончилась благодаря мужскому поступку Крида. Он подошел к Максим, обнял ее и предложил перестать ругаться. После этого певица призналась, что растаяла от такого обращения. А вот Егор, оказывается, давно мечтал о дуэте со знаменитой певицей. И еще на запуске трека Егор гонял на своей машине под песню «Отпуска», слушая ее на повторе снова и снова. И я хочу сказать, что могу его понять. Ведь это не просто песня, а настоящая история двух легенд. Я не могу дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты или не был. Ветром по волосам, солнцем ладони твоя. Отпускаю и в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето. С телефонными глупыми письмами. Я и ты, кто мы друг для друга? Ну какой тебе друг от друга? Пустая хата, я в ней круг за кругом. Я так хочу взять твою руку в руку. Быть, должен поверить. Ты драма Куин, хлопнула дверью. Меня ставило пепел. Я верил тебе, себе не верил. Наверное, это мой рай. Но скорее мой ад. Чтобы ветром стать, я научусь летать. Мы как дети общаемся знаками. Если мы с тобой так одинаковы, ты мой трек, а пропуск носит флагами. Отпущу, чтоб ты больше не плакал. Отпускаю и прошлое лето, телефонными, глупыми письмами.
Поклонники Егора Крида каждый раз с нетерпением ждут записи его новой песни. Но этот трек все знали наизусть еще задолго до релиза, ведь он уже успел завируситься в интернете. Главный хардбрейкер страны посвятил личную и тяжелую песню девушке, которую поклонники сразу угадали. Примерно между второй и третьей минутой в песне можно услышать женский смех, в котором многие фанаты Егора узнали голос Вали Карнавал. За их отношениями следили все, как и за их расставанием. Некоторые до сих пор считают, что однажды они снова сойдутся. Но, по-моему, самое главное – это то, что их отношения смогли вдохновить Егора на такую песню, которая будет актуальна во все времена и занимает первое место в нашем рейтинге. Джин стирает комплексы, и как асфальт стирает конверсы. Девочка с картинки стала девочкой из комикса, но потом исчезла фокусы. Да, порой бываю грубый, знаю, что я не похож на однолюба. Говорил, что мне не нравятся твои подруги, в итоге все твои подруги — это мои. Украл сестры из дома, я не пройду, ведь эти линии на теле тебе не идут. Я знаю, а мне так сложно забывать твою. На твоей ролице, а под ними полосы. В моей постели твои волосы. Переслушиваю войс с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь с этой болью. На запястье ролице, а под ними полосы. В моей постели твои волосы. Переслушиваю войс с твоим голосом. Как быстро пролетело время. А это значит, я, Эли Мова, прощаюсь с вами до следующей недели. Это был Супер Вайб на телеканале Жара. Увидимся! Рейтинг лучших выступлений звезд. Супер Вайб с Эли Мова.